Анонс и точно до выхода 24 серии турецкого сериала «Меня зовут Фарах». 24 серия сериала выйдет в эфир 9 декабря. Ранее в сериале мы увидели, как находясь на грани убийства друг друга, Тахир и Мехмед наконец узнают, что они братья. Мехмед, чьи сомнения стираются вместе с тем, что он вспоминает, теперь уверен, что Тахир его брат. Однако Тахиру, который ничего не понимает, будет труднее принять эту истину. Тахир и Фара, узнав о плане Бехнама относительно его дяди, похищают Махмуду из больницы. Бехнам приходит в ярость и угрожает Фарах. Фарах ничего не остается, как можно скорее вылечить человека, убившего ее отца, чтобы доказать свою невиновность и спасти мать. 24 серия сериала выйдет в эфир 9 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.